что команда готовится к предстоящему дерби. Нам, мы все знаем, что нам надо выиграть. Уже все, что можно, много очков потеряли, уже заступать некуда. Я не знаю, сегодня выйду на тренировку, попробую. У меня болит колено. Там посмотрим. Так, игра есть, все есть. Забить просто не можем, и все. Не хватает. Для любого игрока основного состава не хватает команде, но что делать, это жить. Футбольная жизнь, как бы травма, никто не застрахован от травм. Будем дальше терять очки, то мы не попадем в Лигу чемпионов из чемпионата. Надо начинать с Андижана. Если в Андижане мы уже играем неудачно, я думаю, что уже будет тяжело попасть в Лигу чемпионов. И тогда надо будет бросать все силы только на кубок, потому что другого выхода нет. В чемпионате тяжело будет уже догнать. 9 очков от Локомотива, очные игры с ними, я все понимаю, но сами поймите, в Андижан поедем. Да, это дерби. Потом после Андижана в Бикаба тоже едем, там тоже серьезная игра будет. Тяжело будет, все будет зависеть от этой игры с Андижаном. Если мы эту игру выиграем, мы можем говорить за Лигу чемпионов, еще за что-то. А так, если мы проиграем Андижану, я думаю, что наши шансы все на этом закончатся. Скажу болельщикам, что как бы команда ни играла, все понимаю, у всех амбиции, агрессия. Неважно, где мы дома, на выезде играем, важно, неважно. Всегда оставайтесь с командой, поддерживайте.